Добрый день! Сегодня забили глашейного петушка французского Сассо. Кому интересно, сейчас завесим, сколько узнаем вес его. Ему скоро было бы 4 месяца. Так. Ой, она 0 весов не поставила одной рукой. Так, нолик. Весы. И кладем нашего петушка. Так. 2,978. Ну, почти что 3 килограмма. Петушок. Тушка потрошенная полностью. Так, давайте посмотрим. Жира он нагулял. Жирок. Вот, 4 месяца. Ну, что хочу сказать. Проблем с ростом не было. Профилактику я делаю всем курам, кроме... Всем делаю, да, профилактику, кроме цесарок и мускусных уток. Остальным всем бройлерам, курочкам, индюкам, всем делаю профилактику. Кушал этот петушок, Значит, кушал он с рождения ПК-5, потом где-то с 3-недельного возраста я стала подмешивать ПК-6 в ПК-5 и плавно переходила на шестерку. Я всегда так делаю, плавно перехожу с одного корма на другой, подмешивая в процентном содержании. Сначала поменьше, потом побольше. На шестерке сидел, потом также стала подмешивать немножко кукурузу дробленую, потом зерносмесь и, значит, шестерку комбикорм мешала с комбикормом ПК 1/2 для курни-сушек и зерносмесью. Но последнее время... Я петухов своих, они уже начали девчонкам приставать, замучивали их очень сильно. И петухов расселила куда, кого куда, в общем. Кого, одного там к цесаркам бросила, один на улице бегает, одного к старым курам бросила. Ну вот он ел последнее время ПК 1/2. С зерносмесью просто. Ну, все. Так особо не заморачивалась. Все нормально, вырос. Ну, до 3 килограмм 4 месяца. Я считаю, что очень хорошо. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.